Во, закончили шоком. И сейчас из той же когорты, но по материи. Дамы и господа, новинка, которую мы обязаны обозреть, это Шаман. Автор музыки Шаман, автор текста Шаман, самый сексуальный мужчина в мире, по собственному мнению, Шаман. У него вышла новая песня. Песня называется «Любимая женщина». Естественно, музыка и слова. Шаман. Первый кадр сразу. Я у мамы Филипп Бедросович. Родные, мой новый клип как многослойный пирог с начинкой. В нем есть шаман на любой вкус. Выбирайте, какой вам больше нравится. Идея клипа «Шаман». Представляю вам новую песню и видео, полное страсти, ярких образов, ну и, конечно, здоровой самоиронии. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так, Шаман представляет нам новое видео, полное страсти и здоровой самоиронии. Многообещающе. Итак, любимая женщина, здоровая самоирония и страсть от Шамана. Поехали. Любимая женщина. Какой же он самоироничный, блядь. Ну, я не знаю, начинать серьезно что-то говорить. Да в пизду. В маленькой комнате останемся только мы, самые близкие, самые верные. Я обниму тебя нежно своей рукой и прошепчу тебе: я навсегда с тобой. Любимая женщина, добавить мне нечего. Святая. Мне просто очень хочется вспомнить клип «Мёд», на который у меня есть реакция, и просто попытаться угадать, кому из 100 женщин, которых он взял замуж, адресован вот этот конкретный клип. Он же у нас известный многоженец. Рифма «сошедшая», «сумасшедшая». Ярик, это однокоренные слова, это рифма буквально уровня ботинки-полуботинки. Нет, еще раз, в поп-музыке доебываться до рифм — дело последнее. Но все-таки, ну, должна же быть грань, после которой, ну, стоп, хватит. Вот. Сумасшедшая. Сошедшая — это буквально, блядь, однокоренные слова. Скриним, ставим на аватарке, кстати. Стоп-кадр. Мощный. Звезда сумасшедшая. Я живу для тебя. Медленно за окном город накроет ночь. Спи, моя милая, наши печали прочь. Я обниму тебя нежно своей рукой и прошепчу тебе: я навсегда с тобой. А хотите кек? Ну, главный. Прошло больше половины клипа. В клипе «Любимая женщина» до сих пор есть только шаман. Нет, я понимаю, он мужчина самодостаточный. Он и сам для себя любимой женщиной быть способен. Но реально все, чем пропитан видеоряд пока, это самолюбование. Вот его язык тела, его мимика, все несет один конкретный посыл. Боже, какой я охуенный. Я бы сам себя отсосал с удовольствием. Он же буквально просто кончает от самого себя. Нахуя тебе какая-то женщина для этого? Ты же, ну, автономен полностью.
любимая женщина. Добавить мне нечего, святая и грешная, ты такая одна. Любимая женщина, ты с неба сошедшая, звезда сумасшедшая. Вот насколько видео может быть фальшивым, неискренним, вот настолько оно получилось у шамана таким. Дамы и господа, самоирония шамана. Знакомьтесь. Так, девочки, руки на стол. Мальчики, можете продолжать, как делали. Любимая женщина, добавить мне нечего. Святая и грешная, ты такая одна. Любимая женщина, ты с неба сошедшая, звезда сумасшедшая, я живу для тебя. Аля какой. Судя по довольному лицу, дотянулся все-таки. Мне интересно, с какими чувствами вот подобные клипы шамана смотрит Стас Михайлов. Потому что в какой-то момент из него должно вырваться: ну почему он, а не я? Потому что шаман, конечно, отобрал у Стаса Михайлова первенство по количеству заработанных чужих алиментов. Ну, это Стас Михайлов. Только помоложе. Изначально я хотел его с Филиппом Бедросовичем Киркоровым сравнить, но понимаете, в чем дело? У Филиппа Киркорова действительно есть самоирония. Не только в описании собственных клипов, а еще, ну, в клипах, например. Киркоров действительно персонаж самоироничный, он хотя бы умеет над собой смеяться. Это вот, если у Стаса Михайлова забрать 30 лет возраста, или сколько там ему, а у Киркорова забрать самоиронию, то вот дитя этих двух будет шаман. Это показательно на уровне даже вот бренд-менеджмента, на уровне того, как он выстраивает свое публичное реноме. Потому что давайте вспомним буквально несколько песен синглов шамана, выходивших за последнее время. Значит, у него выходила песня о любви к Господу, о вере, богоизбранности, где он, значит, со скорбным лицом идет к церкви, ему обрезают дреды, и он, значит, преисполняется православной мудрости. Буквально практически в стык с этим у него был трек, где он женится на 100 разных женщинах параллельно. Очень по-христиански, очень православно. У него военные патриотические хиты и при этом клипы с шутками в духе костюма Дама. Есть ощущение, что это все как-то не очень цельно смотрится. А можно мне его на исследование диссоциативного расстройства? Оленька, знаешь, нужно. Сплит нашей эстрады, да-да-да. А главное, ну вот что самое грустное во всем происходящем, это то, что тетеньки, целевая аудитория шамана,
Они и этому будут рады, они и этому будут рукоплескать, они и от этого будут писаться и нести свои алименты в ближайшие кассы, чтобы купить билет на новый концерт любимого Ярика. Любимому Ярику вообще насрать, на самом деле, что делать, лишь бы он оставался популярным, он оставался востребованным и мог собой любоваться во всяких разных ипостасях. Реально единственный драйвер происходящего с Шаманом — это то, что чувак спустя много лет бесплодных попыток наконец дорвался до неслыханной популярности и сейчас просто кайфует. Не всем так везет. Удачи ему в этом. Как бы первое правило любого бизнеса — дурак и деньги должны расстаться. Поэтому бизнес-модель Шамана, она мне не нравится, но она работает, очевидно. Вперед! Изи-поп, вайб Киркорова, роль Михайлова, штаны от Леонтьева, чё это стиль? Ну, да, работает же. Любимая женщина, добавить мне нечего, святая и грешная.